А у нас на районе в Иванове завершилась 7-я спартакиада сотрудников органов местного самоуправления региона. Специалисты администрации районов и депутаты соревновались в самых разных дисциплинах. Здесь мини-футбол, волейбол, дартс, настольный теннис и броски в баскетбольное кольцо. Принимали участие практически все муниципальные образования, за исключением двух. Команды были очень сильные. И соревновались они по 5 видам соревнований. И в каждом зональном соревновании победила своя команда. В финал вышли 4 команды. В финале Родниковский, Гаврилово-Посадский, Ивановские районы и городской округ Кохма. Уже 3 года подряд фавориты соревнований – команда Гаврилово-Посада. Вырвать победу из их рук не так-то просто, но команде Ивановского района это удалось. Победителей торжественно наградили кубком и медалями. Стараемся поддерживать спортивную форму у нас в администрации. Вот. Ну и, соответственно, немного везения, потому что игра была напряженная. Еле мы вытащили, вышли на второе первое место, конечно. Здесь много, потому что есть виды спорта, которые просто на удачу здесь. Ну, такие офисные дартс, броски в кольцо. Вот. А уже в финале мы встретились с Кохмой. Здесь у нас уже была хорошая, чистая победа в игровых видах спорта. Также победителям вручили сертификат на 5000 рублей. Серебряные медали достались кахамчанам, как и сумма в 4000. Бронза команде Гаврилово-Посадского района. Их вознаграждение 3000 рублей. Отдельно чествовали лучших в каждой спортивной дисциплине. Я от всей души такие соревнования поддерживаю. Больше того, я думаю, что мы их будем развивать, будем выносить их и на региональный уровень. И вот сегодня я предложил создать сборные команды муниципалитетов и областного правительства для того, чтобы выяснить, а кто сильнее на спортивном поле. В этом году сильнее оказалась команда Ивановского района. Но кто знает, может, в следующем победу одержит новая команда областного правительства. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.